Задержана за что? За грабеж. Когда? При каких обстоятельствах? 16 числа. Какого месяца? Ну, этого месяца. Этого месяца. Что совершили? Сумку украл. У кого? У женщины. Женщина какая? Пожилая была? Две женщины было. Две женщины было? У вас что-то там колющее, режущее было с собой? Да, может, был. Угрожали? Ну, в руке держал его. Понятно. Что в сумке было? В сумке 850 рублей. И все? И все, больше ничего не брал. Понятно. Куда дели деньги? Потратил. А что? На алкоголь.